Всем приветик и здравствуйте! Я буду готовить традиционный ирландский десерт, который называется трайфл. Иногда этот десерт называют Black Forest трайфл. Я его буду делать из вот такого шоколадного рулета с вишнями и с шоколадными брауни. Вот такой брауни я купила и порежу его на кусочки. Вишня у меня была замороженная. Я ее разморозила, сварила сироп, рецепт которого тоже оставлю вам под видео, и замочила вишню в этом сиропе на ночь. Вот так она выглядит. Сейчас я откину вишню на дуршлаг и дам ей стечь. Сироп будем использовать и вишню тоже. Для этого десерта нужен сладкий соус, который достаточно просто сделать самим, но я купила готовый. Он ничуть не хуже и экономит массу времени. Я сейчас подогрею его с черным шоколадом. Черный шоколад у меня вот здесь просто остался кусочек. Я его использую и возьму еще целую шоколадную плитку. Можно шоколад растопить, а потом уже добавлять кастард или сладкий сироп, а можно сделать это одновременно. Смотрите, какая прелесть. Скажем так, это сладкая подливка. Я сейчас поставлю это все на медленный огонь и буду мешать до тех пор, пока шоколад полностью не растворится и не получится однородная коричневая такая шоколадная масса, подливка. Как видите, соус нужно постоянно мешать, чтобы ничего не пригорело. И при кипении он очень сильно булькает, брызгает. Поэтому старайтесь не доводить до кипения. Вот и все. Я думаю, что все, чтобы нигде не осталось кусочка. Выключаю огонь. Несколько минут еще помешаю, на тот случай, если где-то остались еще комочки. Но не чувствуется. Видно, да, что... масса вся однородная. И теперь ее нужно полностью остудить. Я ее вынесу на холод. Пока у меня остывает подливка, я займусь другими делами. Для начала порежу вот этот шоколадный рулет. Забыла вам сказать, что еще нужны сливки для украшения. Они у меня в холодильнике холодными, они просто легче взбиваются. Порежу рулет небольшими кусочками, толщиной примерно 1 сантиметр. И начну укладывать нижний слой трайфла. Первый слой я положу вдоль стеночек, вот так, чтобы его было видно со стороны. Дно тоже плотно выкладываю рулетом. Не стесняйтесь его ломать, если остаются пустые места. Вот так. Вкусно. Очень вкусный рулетик. Теперь проливаю дно небольшим количеством сока. Здесь вишневый сок, который стек с замороженной вишни. Немножко сахара и красное вино или портвейн. У меня портвейн, но можно использовать красное вино. Это вишневое варенье. Я его разомну и немножечко вот так брошу тоже на дно. Как бы размажу. Немного, много не обязательно. Так, чуть-чуть просто. Теперь сверху кладем немножко вишни. Ну, скажем так, немножко вишни. И теперь сверху заливаю остывшим шоколадным сиропом. Девчонки, такая прелесть. Ой-ой-ой. Так, чтобы полностью покрыть вишню. И даже чуть больше. Слушайте, очень вкусный сироп. Вот это... вкуснее, чем я ожидала. Так, теперь сверху выкладываю еще слой шоколадного рулета. Можете выкладывать вдоль стеночки опять, можете просто вот так выкладывать. Я забыла про брауни. Чуть-чуть не забыла. Кусочки брауни сверху вот так разламывайте и сверху прямо вот в этот соус макайте. И вот так собираем весь трайфл, пока не закончатся продукты.
чуть-чуть сиропчика, сверху вишню, таким хорошим слоем сыпьте. У меня останется немножко рулета, я, знаете, сделаю чуть-чуть по-другому, потому что у меня остается чуть-чуть рулета и чуть-чуть брауни. Я сейчас вот так сделаю, смотрите. И теперь сверху уложу рулет в перемешку с брауни. Сверху полью еще чуть-чуть сиропчиком, вот буквально чуть-чуть. Так, немножко помажу вареньем. Выкладываю оставшуюся вишню. Шоколадки все сюда. Так, кусочек остался брауни, но ни туда, ни сюда. Сейчас я его просто раскрашу. Ну, что я с ним буду делать? Пусть уж лучше тогда здесь будет. Равномерно его вот так раскрашу. Все. Ну, вот такой получился трайфл. Теперь сверху я вылью весь оставшийся соус и украшу взбитыми сливками. Красота! Вот и все. Сейчас взобью сливки, добавлю в них немножко сахарной пудры для вкуса и украшу сверху. У меня обыкновенные сливки. Кстати, смотрите, кусочек сыра остался. Я решила его тоже использовать. Так скажем, спасаем продукты. И добавляю сахарную пудру. Добавляйте сахарную пудру по вкусу. Можно не добавлять вообще. Мне так вкуснее, скажем. Может, пару ложечек. Взбиваю до густых пиков. Прелесть. Отлично. Сверху украшайте на свое усмотрение. Откуда лезет крем? Мешочек порвался. Вот вам одноразовые мешочки. Делаем проще. Уж как получается. Ну, вообще, теоретически было бы классно сделать цветочки и украсить розочками там или еще как-то. Ну, вот смотрите, видите, как у меня получилось. Лопнул весь мешочек. Ну что, ничего страшного. Сделаем как есть. Как получится. Видите, какие красивые получились рисуночки. Ну вот, как-то так.